Всем привет! Направляюсь сейчас в Сбербанк. Идет мелкий дождик. И вот на центральной площади города Майкопа стоит одиночный пикет. Думаю, что хочется выложить это на свой канал. Могу согласиться, что будущее России — это не капитализм, а социализм. Я полностью согласен с пикетом. Здравствуйте. Здравствуйте. Я просто хочу на свой канал выложить. Вот. Я согласна, если вы согласны. Вы по 10 минут стоите, да? 15. Ясно. Полиция не прессует вас? Ну, вот пока под наблюдением. Всех записали, да, наверное? Конечно. Вот, ё-моё. Полицейское государство. Ясненько. Почему не коммунизм? Мы едины. Главное не капитализм. Главное не капитализм. Тогда уж лучше обратно нашему коммунизму. Вот мы про это. Ну хоть что-то надо делать. Говорим сейчас. Вот что-то надо делать, хотя бы вот так, как делают люди. Мы показываем свою сначала гражданскую позицию в первую очередь, что правильно. Неравнодушные есть и готовые, которые. Да что-то вас никто не это не интересует. Тут проходят все мимо. А почему вот тут газеты раздают, газеты охотно берут, люди не отказываются, поэтому работа идет. Вот УАЗик уже подъехал. Сейчас будут бить дубинками. Пойду я отсюда. Да, вам, наверное, нельзя. Все, пока. До свидания. Короче, подъехал УАЗик. Мне с ними встречаться нежелательно, поэтому я пойду. Короче, я в банке проторчал где-то около часа, решил два вопроса, и вот возвращаюсь обратно, иду. Пикет продолжается, давайте посмотрим новые требования, какие есть. Полицаи уехали, один там он где-то в толпе затерялся, а там даже два их. Да, это вам не Москва. Получается, пикет напротив дома правительства и городской мэрии. Развал страны. Ясненько. Ну, пойдем дальше. А, у нас в городе поставили в парке новые фигуры. Давайте подойдем, посмотрим. Я читал в социальных сетях, что у нас в городе установили вот эти скульптуры. Давайте подойдем, посмотрим. Написано, что выделены деньги из небюджета. Не знаю, ребят. Красиво, конечно. Но я еще в 2008 году видел в Сочи, там медведь был сделан такой скульптурой, стоял возле тоннеля.